Олег, просто они со мной спокойно, не хотят. Спокойно, спокойно. Сейчас мы Гене позвоним. Позвони, я Гена, мне меня чаню. Ты меня чаню. Гена! Да? А скажи, пожалуйста, вот на Будинских ты Шамсом работал. А вот сейчас Шамс мне говорит, что работу, которую он там с тобой делал, у него тут же принимал заказчик. Так было? Если ты еще там потом, если ты еще 3 недели потом все делал, да, один? Да. Как он, кому он сдавал? Ну ты слушай, ты говори, говори, он слышит. Эй, Гена. А? По-мужикски говори, если... Акай, Гена, бахадо касам, халикум тегарина... Ну это он говорит, что мы тоже понимали. Я тоже хочу понимать. Не, ухай, У вас спори да кады... Давай я поговорю с ним. А, говори. Алло, салам алейкум. Алейкум. Это Руслан беспокоен. А? Скажи, пожалуйста, сколько ты там отработал за их косяки? Не, а, нет, он просто один потом доделывался, он один доделывал. Он один доделал. Да нет, вопрос, нет, смотри, вопрос звучит так. Сдал ли Шамс что-нибудь вместе с Геной, чтобы заказчик сказал, что все хорошо? Вместе с Геной? Да, чтобы... Гена это, да? Да, это Гена. Давай я задам вопрос. Секунду, Гена, еще разочек. А, вот когда Шамс с тобой на Бунинских работал, да, в Лугах, вы что-то с ним вместе сдали, чтобы заказчик сказал, что все окей, ребят, работа принята, спасибо. Звоните Олегу, скажите, что работа принята. Такое было вместе с Шамсом? Он до конца же со мной не работал. В конце же принимали это самое, комиссия была там 5 человек, приходили, это самое, проверяли и это самое, я сам принимали был, работу. Да, а скажи, пожалуйста, вот когда я к тебе приезжал там, да, и спрашивал там по поводу Шамса, там как-то что-то, Шамс там, ты рассказывал мне, что он сидит, в телефоне ковыряется, работать не делает, в основном все... Это наши разборки были, это наши разборки. Я его первый раз... Да нас ваши разборки, зачем ты тогда руководителю рассказываешь, скажи? Когда я на телефон разговариваю, скажи, есть доказательства? Я буду помощник у тебя, брат. Барагушка. А. Я Кумбур. Мама, я по-русски. Да? Да. Ака, я делаю домой штаген, по-русски говорю. Лучше по-русски говори, чтобы мы все они... тоже услышали, что там. Тогда хорошо, раз вы делали вдвоем, так, секунду, 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 раз вы делали, ну это же самая большая сумма за количество. Ты где-нибудь сам записывал? Да, да, там вот это. Ты сам записал? Да, да, записал. Пускай позвони, фотка отправит тогда. Да. Ты не знаешь, где, сколько заработал, какой сумму у тебя, ничего не знаешь. Говоришь с неба, что 138. Я тебе третий раз спрашиваю, как ты посчитал, родной, что у тебя получилось 138. Ты ничего не говоришь. Ты записку все сделал. Раз у тебя есть записка, раз ты мне должен показать. Вот это расписка, записка у тебя. Парни, я понимаю вас, что вам нужны бабки. Ну по-хорошему. Ну что тут бабки, просто тут надо это. Ну тут полнейшая. Я не какой-то бедолага, который мне нужен. Не, не, бабка, ну ты же приехал, ты же специально потратил время. Я приехал решать это. Ты же потратил время, конечно, силы, правильно? Конечно. Получается. И деньги тоже. Тебе потратил. Разницы нет, с кого их брать, получается, правильно? Кто виноват, с того и брать. Алло. Мы что, не сделали же виноват? Ну так вот же ситуация проясняется. Во-первых, виноват здесь ты, получается. Почему? Ты отправил деньги. Человеку, все. Который работал. Человек, который всю сумму тебе отправил. Да. Мы переходим на другой разговор, да, кто мы послушаем, тебя и его. Ну, как я тебе рассказал, что надо послушать. Ну так вот, я же отправил, получается, Гене 120 тысяч. Ну, ты, значит, много отправил ему, пускай они пополам сделают. Пускай договариваются, если они сочтут нужным договориться. Конечно, ради бога. Ты начальник, ты там будешь сказать, что... Я платил тому, кто работает. Подожди, он не работал? Ну, практически нет, получается. Я клянусь, я сделал до конца. Когда ты мне позвал. Как до конца? Давай, вот, то если он не работает, он пойдет, покажет. Вот, что вот там прораб есть Юра. Давай Юра позвонит. У тебя не был никакой человек, чтобы увидел, мы работали. Слушай, но сдавал Гена все. Он верит и Гене все. Ну, Гена ответственность, он должен сдавать. Но Гена работал. Он же сейчас что сказал тебе, Гена?
это наш отдельный разговор. Да, да, значит, они должны сами разрулить его. На что деньги начальство будет решать. Да. Это ты будешь решать. Я два раза к нему подошел, хорошо, сказал это. Хорошо. Я сейчас на данный момент за работу, которая стоит 110 тысяч, заплатил уже 150. По факту. Почему 110 тысяч стоит? Ты считаешь, как ты хочешь. Ты там не говоришь про, который он говорит по 800 рублей, а ты не говоришь, типа 500 сделал, правильно посчитал? Нет, нет, мы договаривались так, по 500. По 500? По 500, все верно. Договор первый раз по 500. А ты сейчас сам все вместе говорили, что по 800. Не, по 800 это перила. Перила, типа 500 сделал. Не, не, там перила было, сколько там было перил? Перила. Сколько штучек? Штучки.